1 июня в здании администрации прошло очередное заседание административной комиссии. Как жители Десногорска нарушают закон и что за этим следует, далее в сюжете. На заседании продолжился разбор дел о невыполнении требований, установленных правилами благоустройства. Активными гражданами Десногорска на рассмотрение комиссии было направлено 23 жалобы об административных правонарушениях, связанных с неправильной парковкой автомобилей. Административная комиссия всегда относится к рассмотрению очень скрупулезно. Рассматривает те протоколы, которые есть, объяснения нарушителей, объективно рассматривает. И основная функция административной комиссии – это, конечно же, предупреждение правонарушений, профилактические мероприятия. Парковка транспортных средств в местах благоустройства и на участках с зелеными насаждениями – одно из самых часто совершаемых нарушений. Именно поэтому с января 2021 года сумма штрафа за него была увеличена. Наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 600 тысяч рублей. Придомовые участки с клумбами, тротуары и в особенности зеленые газоны становятся излюбленным местом для парковки. Иногда зеленые зоны настолько приведены в негодность, что отличить их от отведенных под парковку мест становится невозможным. 7 лет тому назад на этом месте вы были возмущены и высаживали траву. А сейчас, после этого, через 7 лет, вы на это же место, где сами сели траву, ставите грузовую машину. Лица, нарушившие закон, но пришедшие на слушание для дачи показаний, получили минимальные штрафы. Гражданам, проигнорировавшим уведомления без уважительной причины, штрафы были увеличены. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.